Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я буду проводить презентацию проекта «Форсаж». Все выключайте свои микрофоны. Вопросы все можно задавать после, так как я расскажу маркетинг. Я сам задам вопрос. Итак, мы начинаем. Так, подкова. Смотрите, все знают, что подкова – это символ удачи. Но никто не знает, откуда появилось это поверье. Это появилось еще в древнем Египте, когда лошадь фараона была подкована золотыми подковами. То есть человек, который находил такую подкову, мог безбедно прожить всю свою жизнь. Если представить, что интернет – это дорога, и в интернете есть такие золотые подковы, то вот я считаю, что именно проект «Форсаж» и есть одна из таких золотых подков. Вам просто нужно нагнуться и поднять эту золотую подкову. На примере своего личного кабинета я расскажу вам, как все здесь устроено, и маркетинг. Так, в первую очередь хочется рассказать о своих успехах. Мне 36 лет, я 16 лет проработал сварщиком на строительстве мостов, и с недавнего времени у меня начались проблемы со здоровьем, и я начал искать способ заработка в интернете. То есть было много проектов, много денег было потеряно. На одном я даже $400 потерял. Салон трейд назывался. И вот как раз на проекте «Форсаж» я начал зарабатывать. Ну, вы можете видеть мою выплату, сколько я заработал на этом проекте. То есть моя зарплата 25 тысяч рублей, а я уже заработал за 10 дней, грубо говоря, свою зарплату за 2 месяца. Так, продолжаем. Проект «Форсаж» децентрализован. У него нет администратора, все основано на смарт-контракте криптовалюты эфириум. Никто не может изменить смарт-контракт и забрать ваши деньги, потому что все выплаты приходят сразу на ваш кошелек. Выключите микрофон, пожалуйста. Если говорить своими словами, то когда вы регистрируетесь на проекте, вы заводите свой персональный личный кошелек. И то есть все выплаты с проекта приходят сразу на него, на этот кошелек. Вот у меня, видите, метамаск, который лисица нарисована. То есть все выплаты происходят от партнера к партнеру, от кошелька к кошельку. То есть смарт-контракт дает вам гарантию того, что вы не потеряете свои деньги в этом проекте. Так, в проекте «Форсаж» есть два вида площадок. Первый – это «Форсаж X3». И вторая – это «Форсаж X4». На каждой из площадок 12 столов. Каждый стол дороже предыдущего в 2 раза. И когда вы регистрируетесь на проекте, у вас автоматически появляется 2 стола. Открывается. Первый – это 0,025 личных эфира. И второй также параллельно открывается на площадке X4. И 2 стола одновременно. На примере 0.1 эфира я расскажу, как вообще устроен принцип работы этих матриц. Ну, смотрите, у вас есть первая линия, в ней 3 места. Над вами стоит вышестоящий партнер, у которого вы также купили это место, и у вас открылось 3 свободных места. То есть, когда под вами регистрируется партнер, он покупает у вас место, и вы получаете 0.1 эфира. Сразу же, автоматически на ваш кошелек. Когда регистрируется второй партнер, вы также получаете автоматически 0.1 эфира. Когда встает третий партнер, происходит реинвест. То есть выплата уходит сразу вашему вышестоящему партнеру. И матрица, стол открывается по новому. То есть доход здесь не ограничен. Матрицы после реинвеста открываются по новой каждый раз. Происходит выплат. Так, с этим было понятно. Следующее. Площадка X4, также 0.1 эфира берем. И вот здесь происходит магия, самое интересное в проекте. То есть, смотрите, также здесь 2 линии, первая и вторая, 6 мест. С первой линии, когда под вами регистрируется партнер, покупает место, выплата уходит вашему вышестоящему партнеру. С этого места и с этого места. Когда ваш партнер, которого вы зарегистрировали, приглашает регистрирует партнера, вы также получаете уже с этого 0.1 эфира.
с первой линии вы получаете, ну, не получаете то, что получает вышестоящий партнер, а со второй линии уже вы лично получаете 0,1 эфира. Когда у вас закрываются все эти 4 места, вот на четвертом также происходит реинвест, как и площадки X3, но также выплата уходит вышестоящему партнеру, но в этот момент один из этих партнеров уходит к вашему нижестоящему партнеру. Это значит прилив снизу. Вернее, сверху. То есть также ваш вышестоящий партнер, когда у него происходит реинвест, к вам попадает сверху как раз партнер. Вот у меня есть один такой партнер. А выключите микрофон, пожалуйста. Спасибо. Вот у меня есть также вот один партнер, который мне пришел от вышестоящего наставника. И он также вот уже пригласил человека, и переливом снизу мне как раз тоже добавился один человек. Так, здесь тоже все понятно. Так, реферальная привязка, что это такое? То есть человек, когда регистрируется по вашей реферальной ссылке, он движется с вами по всем столам. То есть по всему проекту он идет за вами, он от вас никуда не денется. Так, обгон апгрейд. Вот смотрите, на примере вот, к примеру, стола 08, я расскажу, как происходит апгрейд и обгон. То есть вот одна матрица, ну, то есть это один стол, может сделать только два цикла. То есть вот он сейчас один цикл сделает, произойдет реинвест, уйдет вышестоящему, и на второй реинвест он сможет только закрыть полностью все, но не произойдет реинвест, потому что надо сделать апгрейд, открыть следующую уже площадку для того, чтобы эта матрица могла бесконечно раз реинвестироваться. А обгон – это когда, вот, к примеру, у меня вот эта площадка не открыта, 1,6 эфира, ну вот видите, на нем купить. А вот ниже стоящий мой партнер, к примеру, ее покупает. Не согласовавший со мной, он ее покупает, и он, соответственно, встает именно к партнеру вышестоящему, у кого уже прокуплено именно 1,6 эфира. То есть я пропускаю эту выплату, но он ко мне вернется после реинвеста, если я куплю как раз вот эту площадку. Стоп. Так, с одним партнером в этом проекте можно двигаться без проблем. То есть, вот вы смотрите, пригласили одного человека, вот представим, что это вот нижестоящий. Вот вы пригласили одного человека, нижестоящий начал приглашать первого человека, второго и третьего. Произошел реинвест, он вам встал в структуру, то есть на второе место занял. Также он начал занимать места опять по новой. Вот своей матрицей у него уже реинвест происходит. И также он встает опять, ну, к вам в третью новую. То есть происходит опять реинвест, у вас по новой открывается эта же площадка, и, соответственно, он также дальше может продолжать вам закрывать эти места. Так, наша стратегия. Мы заходим в проект по единой стратегии, которая позволяет быстро добиться результатов, очень хороших. То есть, когда вы входите в проект, вы оплачиваете сразу две площадки, вот это в X3 и в X4. Они открываются автоматически, и мы дальше проплачиваем первую, вторую, третью, четвертую площадку. То есть вход в проект стоит 0,85 эфира. И когда у вас, к примеру, регистрируется под вами партнер, вы также получаете сразу 0,8 эфира и сразу прокупаете в X4, чтобы, ну, ускорить свое развитие, сразу также 4 площадки в X4. Надеюсь, это понятно. Ну и все. У кого есть вопросы по маркетингу, задавайте, пожалуйста. Включайте микрофон и задавайте вопросы. Андрей, ну расскажи еще по статистике проекта, то есть вот какие результаты, в принципе, когда он стартанул. И вот смотри, уже цифры, да, выросли, но сверху, которые... Ну, ты имеешь в виду статистика. Ну, вот, самого, да, в день регистрируется 6136 партнеров, уже зарегистрировалось за сегодня. Грубо говоря, участники этого проекта заработали уже, ну, в рублях, это 2 миллиарда 23 миллиона
887 285 рублей. Это уже люди заработали на этом проекте. На сегодня это самый перспективный и самый востребованный проект, ну, по смарт-контрактам. То, что он лидирует сейчас среди всех смарт-контрактов. Когда стартовал проект? Что? Или я прослушала, или было сказано, когда стартовал проект? А стартовал он в феврале. Ну, так что он работает уже 5 месяц, по-моему, 4 или 5 месяцев. Ну и еще, Андрей, вот так вкратце расскажи, пожалуйста, о нашем клубе и что тебе позволило непосредственно добиться вот таких результатов, начиная работать с нуля без какого-то опыта, там, заработка в сети и так далее. Я понял, Макс, у меня сейчас был по маркетингу вопрос, у меня так презентация продолжает идти. Так, если нет вопросов по маркетингу, я продолжу дальше, хорошо? Да, да, окей. Так, я предлагаю вам провести эксперимент. Вам нужно сходить в магазин, купить пачку сосисок. Ну, если вы переживаете за свой желудок, можете купить подороже. Но я ем, и с моим желудком ничего не происходит, все нормально. Вы покупаете пачку сосисок и банку сгущенки. То есть вы приходите домой, варите эти сосиски, открываете банку со сгущенкой, макаете сосиску в банку со сгущенкой и кусаете. И в этот момент люди сразу разделяются на две категории. Первая категория сразу думает, ну если человек это пробовал, значит это интересно, можно попробовать. А вторая категория думает, ну что за дичь ты нам предлагаешь, как это можно вообще съесть, это вообще нереально. И вот я вам скажу то, что я один раз вот сижу дома, ем также сосиску с этой сгущенкой, подходит ко мне дочь и спрашивает, папа, говорит, а что ты делаешь? Я говорю, ну я ем сосиску с сгущенкой, а можно попробовать? Я говорю, ну пожалуйста, она макает, говорит, ну вкусно, а можно еще? И вот, понимаете, дети открыты, у них нет границ, они открыты ко всему новому. И также с проектом «Форсаж». Кто-то видит здесь выгоду и сразу понимает, что здесь можно заработать, а другой говорит, что это опять очередной развод и лохотрон, здесь не заработаешь. То, что именно вам нужно принять решение, именно понять, как работает этот проект и на нем зарабатывать. Вы видите, сколько я уже заработал на этом проекте, и я не голословен. Так что вот у нас, у нашего личного, ну, у нашего клуба закрытого есть для вас инструменты, которые вас могут привести к успеху. Это первое, это обучение, как пригласить партнера в проект. Второе, это настройка автоматизации. И третье, это персональный лендинг, который позволит вам заказывать рекламу в интернете и получать заявки уже за заинтересованных людей. То есть вам осталось только принять решение вступить в наш закрытый клуб. Или, ну, как бы все, Макс, презентация моя закончена. Так, Макс, тебе есть что добавить? Ну, в принципе, ребят, задавайте вопросы. У нас давайте, во-первых, поблагодарим Андрея, потому что это была его первая презентация. Он сейчас у нас обучается также на спикера. Ну, парень самый смелый, самый активный, который решил проявить инициативу и буквально за 3 дня мы вот за 3-4 дня добились таких результатов. Давайте теперь, я знаю, что присутствуют новички, не стесняйтесь, задавайте вопрос более подробно, какую тему нужно раскрыть, мы обязательно сейчас все расскажем и поможем. И также новые участники, я в любом случае думаю, что информация, она как бы зашла, но есть некоторые моменты, которые необходимо раскрыть. Поэтому не стесняемся, пишите в чат, задавайте вопросы, будем общаться. Я вот знаю, что у меня есть новички здесь. Сергей, вам все понятно? Сереж, задавайте вопросы. Я поздно зашла. Да, вроде понятно. А я поздно зашла, и поэтому мне ничего не понятно, извините.
Лейла, это ты? Да. Ну, мы тогда можем запись зума, Марин, скинуть, там есть в канале. Перекинь просто человеку. Да, я тогда дам предыдущий зум ей. Угу, отлично. Так, ребят, ну, если ни у кого нет вопросов, спасибо такое, Жанна, что пришли. Жанна, ты тоже здесь. Если тебе что-то непонятно, задавай, пожалуйста. Привет, Ген. Алло. Да, да. Там, Ген, сегодня у меня ее кто? Да, я вопрос так, не понял. Да, это, видимо, просто микрофон. Да нет. Так, ребят, ну если ни у кого нет вопросов, те, кто пришел не сначала, попросите, ваши пригласители скинут вам запись зума, и тогда вот ребята, которые уже в команде сегодня в 6 часов, жду вас на рабочий зум. Скажите, а как продвигаете свои ссылки в интернете? Всем спасибо. Новички, быстренько после зума писать своим пригласителям. Максим, я прошу тебя еще раз немного о нашем клубе, о том, какие у нас есть инструменты, потому что многие люди, одни и те же вопросы, я не умею приглашать, мне негде взять людей. У нас вообще проблем в нашем клубе с этим нет. У нас проблема грамотно донести информацию. Так, ребят, ну, смотрите, по поводу приглашений и так далее. То есть вы, если принимаете решение, вы можете быть полностью уверены, что есть сопровождение непосредственно от всей команды и поддержка. В плане чего? То есть мы говорим, что делать, говорим, как делать, даем пошаговые инструкции, при выполнении которых у вас получаются определенные действия. Соответственно, из инструментов, ну, в принципе, очень много всего есть. Но если говорить про конкретику, то тот самый непосредственный навык, когда людям дают какие-то определенные инструменты, ну, навык самого общения, он уходит на задний план. Так вот здесь мы стараемся изначально выработать этот навык для того, чтобы вы могли общаться на любом уровне, независимо, кто перед вами там акула сетевого бизнеса, либо новичок. И когда у вас уже есть четкое понимание того, что вы созрели, что вы сами готовы, вы приступаете к работе. Для пиара ссылки в интернете, то есть здесь немножко, ну, не подходит такой метод, когда мы можем создать какую-то автоворонку, раскидать ее, и человек будет автоматически регистрироваться. Лишь по причине того, что здесь есть некоторый фильтр, ну, как сказать, мы не каждого человека берем в команду. Если вас пригласили на этот Zoom, значит, вас посчитали человеком, единомышленником и каким-то близким по духу непосредственно вот с пригласителем. Соответственно, здесь не будет работать на 100% какая-то система автоматизации, потому что ты должен сначала пообщаться с человеком, понять, хочешь ты видеть этого человека в команде или нет, и далее уже, если человек принимает решение, вы совершаете пошаговые действия. То есть здесь по поводу трафика проблем нет. Проблемы у людей основные – это по поводу того, как его обработать. Вот этим самым мы и учим заниматься. Если, как все говорят, если ты хочешь быть успешным человеком, тебе нужно находиться в обществе успешных людей. Соответственно, убрать все свое токсичное окружение и просто, несмотря ни на что, двигаться к цели с теми людьми, которые тебя поддержат. Так вот, здесь как бы не просто на словах, когда там в других командах зовут, потом бросают новичков, либо ты сам научился приглашать людей, но потом не знаешь, что делать с этими людьми. Соответственно, люди просто становятся и не знают, в какую сторону пойти. Здесь такого нет, потому что, ну, во-первых, есть грамотный лидерский состав, который постоянно поддерживает тебя на всех этапах. И, во-вторых, как мы уже сказали, здесь есть пошаговая стратегия. То есть здесь зарабатывает не одна верхушка. Почему? Вот мы считаем, как бы, ну, не считаем достижением своими маленькими победами. Каждый раз мы радуемся больше, чем, допустим, своим чеком, чеком людей, которые пришли изначально, вот, допустим, как Андрей, как Влада. Ну, у нас есть там много новичков, которые просто начали с нуля. Потому что мы понимаем, что сделали что-то там хорошее для человека,
И сам сетевой бизнес, основа его, получается, стоит на том, что твой непосредственный чек зависит от чека твоего партнера. Если получается работать именно так, соответственно, не когда одна верхушка сидит и все под себя гребет, тогда и у команды есть мотивация, есть настрой. Поэтому, если есть какие-то сомнения, можете задать вопрос. Если сомнений нет, я приглашаю присоединиться еще раз после Zoom'а, пообщаться со своими пригласителями и вместе с ними более подробно разобраться в теме. То есть я понимаю, что сейчас маркетинг, он как бы сложноват, но мы здесь и не делали упор именно на какой-то маркетинг. Вам нужно понять, что проект абсолютно безрисковый, вы не вкладываете деньги под какие-то заоблачные проценты, вы получаете выплату с кошелька на кошелек, эти деньги уже у вас в кошельке. Здесь нету понятия вывести деньги, потому что они уже у вас присутствуют на вашем личном кошельке. И просто принять решение. То есть есть результаты, мы можем зайти в кабинет любого участника, показать, что и как, и, соответственно, эта стратегия работает. Если бы это ничего выше сказанного мной не было, то есть это было бы неправда, я думаю, столько людей бы сейчас не собрались здесь, и мы не сделали такую хорошую команду, сплоченную в такие короткие сроки. Поэтому разбирайтесь, в каждой теме необходимо иметь понимание, что и как работает, и вообще в каждой команде есть, грубо говоря, свой такой костяк. Поэтому уточните, как минимум потратьте время для того, чтобы понять, как все функционирует, как пройдет ваша система адаптации, и уже принимайте решение. Буду рад всех видеть вас в команде. Ну, в принципе, у меня на этом все. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Тогда у меня назрел вопрос. Да, хорошо. Что значит, у нас нет проблем с трафиком? Это значит, что у нас есть входящий трафик, у нас есть инструменты и у нас есть поток людей. То есть мы не паримся по поводу того, как я сказал, что у нас основная концепция – это дать людям те навыки, которые позволят обработать трафик. А сам трафик, ну, как бы у нас с ним проблем нет абсолютно. Но для того, чтобы получить этот трафик, то есть вам необходимо сделать определенный ряд действий. То есть, ну, как бы не будет так, что вы сейчас зайдете и скажете, я партнер, налейте мне трафика. Мы как бы это делаем в гостевом чате, но нам важно будет, вот сейчас процесс обучения, кстати, стартует, по соцсетям с завтрашнего дня, и вы можете уже в первую группу зайти вот этих людей. Нам необходимо, чтобы человек мог работать автономно сам. То есть, чтобы у каждого человека были те навыки привлечения трафика, привлечения людей, которые он сможет передать другим людям. Соответственно, все забывают ту простую истину, когда говорят, в сетевом нет пассива по той лишь причине, что нет дубликации. И все забывают, что когда, ну, сама суть сетевого пригласит двух людей, и они должны сделать так же. Вот мы стараемся, несмотря на то, что это тяжело, я уверен, что мы к этому придем, достичь вот такого результата. Для того, чтобы один человек, грубо говоря, не закрывал всю массу людей, каждому там давал партнера и так далее. Мы не будем работать за вас, но мы дадим вам инструменты, знания, которые позволят вам стартануть. То есть человек, опять же, повторюсь, с нуля, работая просто на стройке, за 10 дней сделал такой результат. И вы можете сейчас его слушать и думать, да нет, наверное, какой-то обман, развод, но действительно человек, Андрей был совсем другим человеком, когда приступал к этому, и вот сейчас вот то окружение, которое именно есть в команде, оно повлияло на его именно саморазвитие и изменение его, ну, немножко в другую сторону. Поэтому это именно так и работает. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Здесь мы делаем упор на сам клуб, а площадка, на которой мы это монетизируем, это смарт-контракт. Соответственно, ни с одной стороны нет риска, что вас бросят без людей и так далее, ни с другой стороны нет риска, где деньги непосредственно не удерживает система. А уроки эти как туда подключить? Уроки, то есть, когда вы подключаетесь, активируетесь к нам в команду, мы даем доступ к вам в обучающий канал, ну и также мы проводим вот обучение по спикерам и так далее. То
То есть ваш наставник, который вас пригласил, он пошагово вас будет проводить по всем этапам, которые необходимы. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ребят, если у кого-то еще есть вопросы, мы пересоздадим. Если нет, тогда всем спасибо. Принимайте решение, спасибо, что пишите своим высшим.